сейчас народ уже разошелся. То есть ушли домой, потому что поздно. Но сегодня во вторник здесь было много народу, пелись хорошие песни. Каждый, кто приходит, может просто сесть за стол, и когда подойдет очередь, спеть песню свою, чужую, прочитать стихи свои или чужие, те, которые нравятся. Так вот проходят вторники в ладах. Вторники совершенно бесплатно. Вы можете прийти, послушать хорошие песни, спеть свои и, в общем, очень хорошо провести время. Поэтому ждем вас в ладах в 7 часов во вторник. В любой. Будем рады.